Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в L.A. Noir. Или Noir. Так, давайте посмотрим, что нам тут еще надо. А нам, в принципе, ничего не надо. Нам надо в дом Блэка ехать. То есть адрес Блэка и его жены. Поехали. Все, отлично. Место у нас отметилось. Ну, как вы помните, мы расследуем тут эту. В общем, убийство в машине или... Ну, там не факт, что убийство. Трупа нет, просто куча кровища. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. Couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. Труп пока не нашли, да, посмотрим, что из этого выйдет. Блин, на самом деле прикольно. И... Could be a car theft gone wrong. Maybe black drive somewhere lonely. О! Мы можем... Так, давайте включим сейчас сигналку. Мы едем на вызов. Мы едем на вызов. Опять очередной уличный у нас тут вызов. Нежданчик, короче, очередной нежданчик. Так, ребята, я еду на вызов, так что тут не надо мне тут. С тобой там все норм, женщина. Я же надеюсь, я ее не убил таким. Что-то она как-то так... О, достопримечательность, удерживайте Че, чтобы... А где достопримечательность? Ладно, я что-то не вдуплил, что за достопримечательность, мы, короче, нашли. Ну, это во всех играх от Rockstar, что в GTA, там они раскладывают всякие секретики. Есть просто люди, которым доставляет кайф проходить вот это вот, искать все скрытые места, собирать все конверты, там, достопримечательности. Ну, что еще раскидают? В общем, проходить игру там на максимум. Я не из таких, поэтому мы особо не будем зацикливаться на собирании каких-то таких ништяков. Так, ну давайте посмотрим. О, перестрелка. Я пытался пробиться, но этот ломбард как крепость. Едва не подстрелили. Ладно, попробую пробраться через черный ход. Так, ну пойдемте. Мы такие спехали, мы бежим через черный ход пробираться. Кай. А где тут черный ход? Где черный ход? Где черный ход? Так, вот мы нашли черный ход. И нам надо... И нам надо сюда пройти. Золотая ручка вот здесь, а. Ну что? Так, вот еще золотая ручка. Чувак, ты вообще, короче... Я ж его как бы типа должен прикрывать, да? Блин, фига тут перестрелка. А почему он не стреляет вот так вот отсюда? Давай наверх, не упусти его. Так, окей, идем наверх. Блин, мы просто уничтожили кучу грабителей. Ага, это нам совсем наверх, да? То есть на самую крышу, я так понимаю. Ага, тут чувак заложника. Put the weapon down now. Вообще, 5 сек делов. А можно было здесь, короче, жахнуть заложника, и тогда бы мы проиграли. А так мы, короче, не проиграли. Все, разобрались, едем дальше. Car 11K. I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner.
Так, отлично, уличные преступления второе мы раскрыли. Ну, их я делать буду, потому что, во-первых, за них баллы интуиции дают, это во-первых. Во-вторых, это просто интересно. Ну, во всяком случае, пока мне это интересно, скажу так. Если мне это надоест, то я их, может, и не буду делать. Но пока мне это доставляет удовольствие, единственное, меня напрягло, что их 40 штук. Хотя, с другой стороны, мы уже 2 сделали. Осталось всего лишь 38. Большая часть позади. Текс, ладно, едем на основную миссию. Ну, тут-то, в принципе, ничего сложного не должно быть. То есть просто сообщить жене, что непонятно, что с ее мужем. Мы нашли вашу тачку, куча крови, и, скорее всего, он погиб. Но вы не переживайте. Что достопримечательность? Это вот эта достопримечательность? Окей. Я так думаю, мы будем ездить и, короче, собирать эти достопримечательности. Ну, все мы уж прям не соберем, хотя кто знает. Ну, не может так хватить, чтобы мы собрали прям все. Ну, большую часть, наверное, соберем. Да, конечно, требуется подкрепление. Берем. Берем. Пока ехали. Блин, что ж ты тут... Что ж она так бегала туда-сюда, и я ее, по-моему, задавил, ту тёлку. Чишь, кто там был? Не знаю. Ну, короче, я ее явно задавил. Так, тут где-то еще, значит, нам надо приехать. О, давайте сигналку включим. И, точнее, мигалку, сирену. Короче, сигналку давайте включим и проедем, расследуем еще одно ограбление. Чё, жене можно и потом сообщить, правильно? А тут-то ограбление или что тут? Ну, короче, какая-то хрень происходит. Поедем сейчас посмотрим. Да, по карте, в принципе, хоть карта и большая, но можно, не напрягаясь, ездить особо так-то. Вашу дивизию. Куда ты бежишь под колеса? Вот тоже мне берут. Так, я так понимаю, нам тут лучше съехать, да? Или нет? А, ну тут не имело значения, можно было и по мосту. Сбили какой-то почтовый ящик. А, кстати, что это у них стоит? Это реально почтовый ящик у них так на улице? Не, вот это урна мусорная, а вот то синенькое такое, что было? Вот это. Это тоже урна или это? Не, это, наверное, урна. Слушайте, а дай-ка я посмотрю, что это такое. Не, это какой-то... Наверное, это... Я не знаю, что это. Как терминал, но терминал тогда не было. Наверное, почтовый ящик все-таки. Ладно, не знаю, что это такое у них. Но вот они у них часто стоят... Не, а кто будет ставить почтовые ящики на каждом углу? Может, это оплата парковки? Там можно разменять, оплатить... Ну, какие-то бумажки или что это. Я не знаю, короче, что это такое у них. Ну, ладно, не суть. Так, мы уже почти приехали на место подкрепления. Сори. Мы сбили столб, но мы на место... Мы на место преступления приезжаем. Так, война банд тут происходит. Вашу... Ай! Меня убили. Дело провалено, полицейский ранен. Но я так понимаю, мы сейчас сразу отсюда же начнем, или нет? Надеюсь, да. Загрузка. Откуда мы начинаем? Да, это тут рядышком. Или нет? Да, мы отсюда прям. Ты вот не видишь, что... А, я без мигалок. Так, отлично. Война банд.
Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. Так, ладно. Сейчас. LAPD, drop your weapon. Так, отлично. Давайте перезарядимся. Блин, откуда у них калашниковые? Вот мне интересно. Ну, чувак, с дробовика ты с такого расстояния не попадешь. Так что я даже не напрягаюсь особо. Так, стоп, дайте я здесь сяду. Ну и где этот разбит? Эй, говнюк, ты слишком долго плавал. Блин, вы по ком там стреляете вообще? Опа, вижу говнюка. Так, сейчас мы, короче, через стекло будем его гасить. А он сидит за вот той машиной. Готов, говнюк. Ага, вон еще один последний. Все, готово. Я так понимаю, что да. Хотя нет, кто-то еще где-то стреляет. Что, еще приехали? Ментяру убивают, мы за ментов в этой игре обычно не за бандитов. Что ж ты так быстро-то перезаряжаешься, а? Кто тебя так научил перезаряжаться? Я так не перезаряжаюсь. Готов. Все. Расстреляли толпень бандюков. Сохранение, отлично. Ну, видимо, мы все правильно сделали. Car 11K, calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Да тут десяток скорых надо. И они не раненые, а поубиваты там. Раненые. Там мы половину перевалили вообще, пипец. Просто в хламилу. Так, ладно, едем, продолжаем ехать на основное задание. О, отлично. 15 опыта мы получили или чего-то. Чего-то, короче, 15 мы получили. Ой. Так, давайте врубим мигалку, с ними все-таки проще ездить. Дорогу все уступают. Да. Если есть варик ехать с мигалкой, почему бы с ней не ехать? Правильно, правильно. Столб. Впилились в столб. Так, ребят, я с мигалкой. Всем отойти с дороги, что ж ты так бегаешь, не помню. А, я нам не сюда. А я смогу вот тут вот проскочить? Как-то. Да, могу. Замечательно. Я надеюсь, машины здесь не разбиваются или разбиваются? Ну, наверное, все-таки разбиваются. Ну, ладно. Так, зашли в поворотец. Нормально, скоро уже приедем. Блин. Чувак, расслабься. Ты... Вообще, у меня, я думал, здесь поворот сюда надо ехать. Да не беги ты мне под колеса. Угол Шато и Валенсии. Блин, опять, короче, уличная шняга. Мы пока ехали. Мы так никогда не доедем, если тут постоянно уличные шняги будут происходить. Ну ладно, пофиг, это, видимо, рандомом. Поездим по таким. Я думаю, их не надо пропускать. Они довольно легкие. Пришел, расстрелял, ушел. А опыта за них дают, интуицию за них дают. То есть это нам потом поможет в прохождении как бы основного квеста, я так думаю. Так что не будем брезговать такими заданиями. Вот. Не напрягает. Ну, проблема просто, что они вот в другой конец нам приходится ехать. Ну, я думаю, нормально. Я думаю, мы справимся. Думаю, мы справимся. И все-таки когда-нибудь мы доедем в этот отдел. Ой, точнее, не в отдел, а куда мы там сообщить жене. О таинственной пропаже. Так, ребят, с дороги. Тут менты едут по тротуару. Вот
убитые, они обрутелые, могут и по тротуару. Да-да, я еду туда. Ага, вот. Я уже слышу эту перестрелку. Так, отлично, мы приехали на место. Крылатая смерть. Такие пушки нашел у них в багажнике, что мама не горюй. Они как с цепи сорвались, подхватили оружие. Короче, понятно, все. Хотели проверить документы, и тут понеслась. Так, мы их отвлекаем, а я наверх. Ну, конечно, мне всегда самое легкое. А как, скажите мне на милость, мне туда пройти? Не, явно не так. Ну, тут где-то же должен быть заход, да? Там не было золотой ручки. Тут, кстати, не стоит чувачок. А то я не хочу умирать, молодец. Это не золотая ручка. А, вот, по трубе можно. Полезли по трубе. А я тут вокруг бегаю да около. Слушайте, а я могу его пушку взять? О, и чтобы подобрать оружие. Винтовочка. Персик. Погнали. Сейчас я с винтовочки-то я всех завалю, не то что с этого пекаля. Правда, я не могу целиться, когда... Да блин, твою! Да давай, стреляй уже! Отлично, мы с винтовочки всех завалили. Прям, правда, мы... Как мы не умерли, я не знаю. Ну, практически на грани, короче, это было. Все, разобрались! Шашлык, как обычно, все разрулил. It's code 4 here, but suspects are down, and I need an ambulance at Chateau and Valencia. Also notify detective headquarters. I'll need the coroner. My partner and I are okay. Мы с напарником в порядке. Да, конечно, в порядке. Так, отлично, уже 4 уличных преступления открыли. Осталось еще 36. Вот, вот уже костюм, меч правосудия. А, кстати, как можно костюмы менять? Вот, костюмы, слушайте. Купи и погладь два костюма, два из двух. Меч правосудия. Ночью город ангелов становится гораздо сложнее. Ой, точнее, гораздо опаснее. Слушайте, ну давайте вот в этом что ли походим. А что он дает, этот костюм? Подождите. Ну, тут непонятно, что он дает. Ну, ладно, мы, короче, в другом костюме так чисто переоделись в машине без палева. Так, я врубаю сирену, и теперь вы все меня пропускаете. Окей, договорились. Все, вопросы закрыты. Я врубаю сирену и еду с мигалкой. Так, я надеюсь, мы когда-нибудь все-таки доедем до пункта назначения, потому что, ну... Мы уже долго едем до пункта назначения. Сейчас, если опять будет уличное преступление, хотя пофиг, почему бы их не повыполнять? Какая разница? Разница особо там. Чувак, я не причинял тебе вред. Ты просто, ну, ты видишь, я несусь, ты как бы отбегай, куда глаза глядят. А глаза у тебя должны туда глядеть. Ауч. Слушайте, ну машины здесь, я так понимаю, неубиваемые. Кай, раз неубиваемые, это хорошо. Подожди, а зачем сделан этот мост? Это типа, чтобы перекресток не делать, мы сделали мост. Ладно. Так, нарушение общественного порядка. Ну поехали, еще уличное преступление сделаем. Ну а что я могу сделать? Ну только мы доедем, и сразу нам квест. Только доедем и сразу квест. Ну вот что это? Это не от меня зависит. Ладно, давайте тогда мы на этом как раз выпуск и закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.